Всем привет, YouTube, привет. Вот ковыряю крышу. Уже тут более-менее все чистенько. Ну, сейчас покажу я, потому что в свое время видно, да, что тут уже все чистенько. Я показал вот эти вот грибки. Вот, и обещался показать, как вот эта молочня работает. Вот, у меня до этого были вот такие грибочки, но эти получается еще поменьше. Вот, то, чем я до этого работал. А вот это вот у меня уже с новой партии. Ну и как мы видим, здесь у них бошки поменьше даже, чем вот эти. Что самое удивительное, я думал, что вот такие грибочки на тонкой ножке, грубо говоря, будут отрываться раньше, чем что-то сделают. Легко играючись это все делается, и что самое удивительное, они крепкие. Я думал, что, опять же, еще раз повторюсь, вот такие ноги будут отрываться, отламываться, ничего подобного. Я покажу в итоге, как это все работает. Тут как бы особо снимать нечего, но все-таки покажу, как это все работает. Раз, как говорится, обещал, надо сделать. Сейчас в процессе работы покажу, как они тянут. Наша крыша. Я немножко сейчас поснимаю. Вот они, вмятинки. Всякие разные. Этим сейчас никого не удивишь. Вот возьмем маленькую вмятинку. Видим мы. И вот он, грибочек наш. Малюсенький. У него вот эта башка, которая приклеивается, 7 миллиметров. Вот самый маленький из того, что вот у меня есть. И посмотрим, что и как у нас получится. Сейчас пистолет в режим войдет. И я покажу, как это все тянется. Пока что пистолет прогревается. Вот он наш грибочек на вмятинке. Сейчас мы ему дадим чуть замерзнуть. Опа, и грибок покатился. Берем потихонечку, подводим и потихонечку так. Опа, без магнитика упал. Ну что делать? И смотрим, что получается. Еще раз повторюсь, я не надеялся. Чуть-чуть даже перетянул. Сейчас покажу. Да, где она? Вот она. Маленький даже перетяг. Особо тут снимать, как говорится, нечего. Я просто к тому, что грибочки эти тянут. Как я уже говорил. Сейчас вот. Вот он, грибочек следующий. 9 миллиметров. Вот она, вмятина есть и побольше. Вот как раз по диаметру можно сюда наклеить. Вот на эту вмятинку. Берем, тянем ее. То же самое здесь. Тихонечко. Опа. Тянут великолепно. Естественно, перетягивать смысла никакого нету. Ну, вот мы видим. Вот она, шишечка. Я даже чуть переборщил. Вот, так что эти грибочки работают. Я, как обещал, снять их работу. Потому что я сам не верил. Были у меня грибочки с разных других комплектов, которые тоже маленьких размеров, там 7-8 миллиметров.
Но они практически вот в данной ситуации были просто бесполезными, поскольку они не вытягивали вот таких маленьких шишечек. Вот. А вот эти грибки, D-центр называемые, вот в наборчике, они прекрасно работают, прекрасно тянут.